Приветствую всех на канале «Женственность и юбкомания». Сегодня мы будем делать интересные хвосты. Рассчитывала, но я думаю, что если вы постараетесь, у вас получится, если у вас волосы более длинные, более ровные, у меня потому что очень они неравномерной длины. Ну, в общем, вот что из этого получилось. Вот получился такой вариант. Здесь нужно, вот в этом месте нужно понадежнее скреплять невидимкой, чтобы хвост не распался. Ну, можно и закрутить как-нибудь по-другому, постараться. В общем, вот, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, будут еще новые прически. Я работаю над собой, преодолеваю такие сложности, но это женственно очень, делать каждый день новые прически. Мне нравится, и я стараюсь, как могу. Поэтому, девчонки, всем счастливо, встретимся на YouTube.